Хрустящая сказка от зайчика Алило. Мой медовый зайка рассказал мне сказку. А эту сказку попросил рассказать медовый зайка Алило, капризная ку. Эту сказку мне рассказал умный зайчик Алило. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но ходят там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, посилки, запилки. Сочиняю я неплохо иногда.